Она 3 месяца держала в ужасе целое село в Хабаровском крае. Речь идет о тигрице. Люди боялись вечерами выходить на улицу, потому что по ним разгуливал опасный и разъяренный зверь. Тигрица загрызла всех собак в округе. Она убивала их за то, что те просто похожи на волков. Ну а волк, как известно, главный соперник тигра на территории во время охоты. Из-за тигрицы даже объявили комендантский час. Агрессивные животные пытались поймать 3 месяца. Лайф рассказывал уже эту историю. Ну и теперь мы можем даже показать, как именно поймали тигрицу. Обычные ловушки не помогали. Из-за того, что зверь в красной книге, его застрелить просто нельзя. Именно поэтому охотники соорудили специальную ловушку с приманкой. Она, кстати, похожа на шалаш, всего лишь с одним входом. Именно у него и была смонтирована специальная петля-удавка. Заманить тигрицу внутрь удалось благодаря приманке. В ее роли выступила живая собака. Псу вот благодаря этой конструкции ничего не угрожало. И когда тигрица заскочила в шалаш, петля затянулась и не дала ей двигаться. Сейчас тигрица у егеря. Специалист решает, что с ней делать дальше.